Всем привет! А я приехал в центральную районную больницу. Как думаете, для чего? Сейчас покажу. А кто последний на вакцинацию? Я за вами. Я. Одеваете? Все, я готов. Я уже устала ждать. Куда? Сели, левое плечо, положите все, освободите руку. Ой. Дай мужчине вторую, кольнем. Вот так. Тоже готово. Просто 3 дня не мочим, не трем, сауну, баню, бассейн не посещаем. Если будет температура... А мыться вообще можно? Обласнуться можно, распариваться, купаться, загорать не надо 3 дня. Понял. Загорать нельзя? Вообще на солнце не стоит? А как же это вообще? Загорать, вот лежу, лежать. А, вот так, а. Пускаем. То есть двигаться можно, да? Ну, да, так, я расставила. Я могу что-то поделать, помогу все. Делать можно. Мы превращаемся, живем обычно своей жизнью. Температуру держим и потом ждемся. Угу. Держу. И делаю сертификат. Вторая вакцинация у вас 31 июля. Раньше нельзя, позже 31 июля можно. Ага. Сейчас здесь 31 июля. Да, сейчас. Все нормально, ребята. Голова не кружится, жопа тоже. Так что через 3 недельки можно повторить второй этап сделать. А сейчас поехали домой заниматься делами. Всем здоровья и удачи. Я всегда говорю здоровья и удачи, ребята.